Здравствуйте, мои дорогие юные зрители, а также уважаемые взрослые. Вот, Баюн, я бы хотел, чтобы сегодня ты мне спел. Котофеич наш такой забавник, а что, ты умеешь играть? Конечно. Давай-ка, пой-ка лучше, а не рассуждай. Смотрите, играет. Виртуоз. На весеннюю полянку птицы прилетали, пели вешние веснянки, весну закликали. Жизнь кружится, весна веселится. Жизнь кружится, весна веселится. Жизнь кружится, весна веселится. Жизнь кружится, весна веселится. Ой, порадовали вы меня. Прямо вот так вот жизнь закружилась, весна завеселилась. Пора, время, Баюн, читать нам сказку. А сказка будет загадка. Вот такая интересная сказка. Близ большой дороги засевал мужик полянку. На то время ехал царь, остановился против мужика и сказал: «Бог помощь, мужичок!» «Спасибо, добрый человек!» Не знал он, Котофей Баюныч, что это сам царь пожаловал. «Много ли получаешь с этой полянки пользы?» — спросил царь. «Да, при хорошем урожае рублей с 80 будет». «Куда ж деньги деваешь?» 20 рублей в подать вношу, 20 долгу плачу, 20 взаймы даю, да 20 за окно кидаю». «Растолкуй же, братец, какой ты долг платишь, кому взаймы даешь и зачем в окно кидаешь?» «Долг плачу, отца содержу, взаймы даю, сына кормлю, за окно кидаю, дочь питаю». «Правда твоя», — сказал государь, дал ему горсть серебра, объявив себя, что он царь, и заповедал: «Без его лица никому тех речей не сказывать, кто бы ни спрашивал, никому не говори». Приехал царь в свою столицу и созвал бояр да генералов. «Разгадайте-ка, — говорит мне, — загадку. Видел я по дороге мужика, засевал полянку. Спросил у него, сколько он получает пользы и куда деньги девает. Мужичок не отвечал. При урожае 80 рублей получаю, 20 в подать вношу, 20 долг плачу, 20 взаймы даю, да 20 за окно кидаю. Кто из вас разгадает эту загадку, того больших наград, больших почестей удостою». Бояре, генералы думали, думали и не могли разгадать. И вот один боярин вздумал и отправился к тому мужику, с которым царь разговаривал, насыпал ему целую груду серебряных рубликов и просит: «Объясните, растолкуй царскую загадку». Мужик базарился на деньги, взял да объявил про все боярину. А боярин воротился к царю и сейчас же растолковал его загадку. Царь видит, что мужик не сдержал заповеди, приказал его перед собою достать. Мужик явился к царю и самого перва сознался, что это он рассказал боярину. «Ну, брат, пеняй на себя, я за такую провинность велю казнить тебя смертью». «Ваше Величество, я ничем не виновен, потому боярину рассказал я при вашем царском лице». Тут вынул мужик из кармана серебряный рублевик с царской персоной и показал государю. «Правда твоя», — сказал государь. «Это моя персона», — наградил щедро мужика и отпустил домой. Вот такая сказочка-загадочка. Как на
вешние поляны птицы прилетали, пели песни, пели странные песни, закрикали. Жизнь закружилась, весна завестерилась, зыжь закружилась, весна закружилась, зыжь закружилась, весна закружилась, 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 закружилась. Весны всем здоровья да радости. А мы с Котофеем Баюнычем вам еще сказки будем сказывать. Всех благ, ребята, до свидания.